як я згадала, армія «Друге народження» був нами ініційований з метою відстежити та задокументувати становлення нового українського війська. І кожна світлина є історією окремої людини, що складається в історію всього суспільства. Армія була дуже сира і не готова до війни, як і суспільство, як і багато людей просто кинулися в цей вир подій. Первая такая книга за новую историю Украины, которая свидетельствует о очень важных происходящих событиях. Она показывает о том, как это надо делать, как это надо делать в стране, и что это происходит, и как должно общество на это реагировать. И те, кто по своему устремлению занимается такой работой, обязаны это делать. Была задача придумать название для книги, которое бы отображало несколько уровней смыслов. С одной стороны, когда начиналась война, мы не были к ней готовы. Армия была не готова, была не подготовлена с точки зрения и обмундирования, и духа, и того, как мы, собственно говоря, были одеты, какое оружие было у нас в руках. И с другой стороны, когда мы подходили именно к тому, как сделать эту книгу, мы понимали, что важно сказать пользователям, людям, которые будут читать эту книгу, что это документальная фотография, не постановочная. И вот отсюда пришло слово «РО». Именно поэтому мы подназвали нашу книгу «РО. История изменений украинцев и армии». «РО» означает «необработанный, сырой и неготовый». И это хорошо отображает того, какие мы были, когда мы начинали военные действия. С другой стороны, точка RAW – это формат фотоданных, необработанных данных с фотокамеры. И, опять же, это хорошо отображало то, что у нас документальный проект, не постановочный. Мы не делали эту историю, выбирая специальные фотографии, чтобы получилась какая-то конкретная история. Поэтому RAW, поэтому именно так мы назвали эту книгу. И мы охватили несколько уровней. С одной стороны, мы показали, что это настоящая история, она не поделанная, она не постановочная, она документальная, настоящая. И с другой стороны, мы отобразили те смыслы, которые мы хотели. Я очень рад быть одним из авторов этой книги. То, что я видел, когда снимал и на Майдане, и на востоке Украины, это очень впечатляюще. С другой стороны, много грустных событий. Сейчас, если делать книгу про историю развития украинской армии, то очень важно, чтобы она была сделана правильно, без излишнего позитива, без излишнего негатива, чтобы все было так, как оно было. Понятно, что в становлении все проходят через какие-то болезненные моменты, и очень важно показывать эти моменты, чтобы в будущем их не повторять. И вот мне кажется, что книга сделана очень правильно, потому что она показывает все, как и было на самом деле. Стало зрозуміло, що ми десь кудись рухаємося до такої якоїсь важливої речі для українців, для України, власне, для фотографів, які це все робили і давали свої фотографії, от фактично за власне якоїсь ініціативи, свого бажання, не вимагаючи у відповідь нічого. Я вже переосмислюю те, що знято, і власне його якось обробляю. І це є вже мої думки, котрі власне і про війну, і про українське суспільство, про суспільство загалом, про світ, я не знаю навіть, про якісь взаємовідносини людей. Перш за все, приємно бути в тому списку тих фотографів. Може, навіть десь приємніше, ніж робити щось самому, бо насправді багато тих людей, які тим спискою, ми друзями, ми знаємося, і ми багато речей пережили разом. Може, навіть більше не як там колеги, а вже просто як друзі. От. І хоча книга, тема книги така не весела, не найкраща, але все одно відчуття такого, що всі ми разом робимо якусь спільну справу, кожен по-своєму, кожен працюючи навіть в різних напрямках, навіть в різних місцях, все одно ми всі об'єдналися під одним таким проєктом. Це такий масштабний проєкт, що коротко про нього не розповісти. Тому скажу одне, було важко, але цікаво в той же час. Книга – це особливий такий об'єкт кримінаційний, я думаю, можна сказати,
найвищий топ-левел в фотомистецтві, да, створити книгу. Тому ось я думаю, що нам вдалося. Ідея проєкту є показати через людину історію про те, як в яких критичних ситуаціях вона опиняється в даний момент, в даний час, на даній території. Це історія нас, історія українців, і всі відчули, наскільки важливо в усій цій історії місце займає армія, да? І наскільки важливо бути впевненим, готовим, сильним і так далі. Тобто це все поєднання і це таке завдання, яке перед нами стояло, щоб ми показали ось всі ці процеси. I think it's very important to see photographs, especially in this context, as a book and as an exhibition, because these images exist outside of the traditional media, the mass media. The work might have been created for mass media, but now this document exists outside of mass media. And therefore, we have a different sort of engagement level with these images, which I think is super important for not just, say, a young generation, but all generations to understand that photography has a value, a point, and can be incredibly communicative for the power of such crises that are occurring today. The important thing to see that people are not seeing the work as just photographs, but as a document of their history. По-моєму, второй там случай, когда после начала войны в Украине выходит какое-то документальное реальное подтверждение того, что происходит. Это доказательств много, но они все разрознены там, и много телевизионных картинок сейчас, но вот что останется в истории, очень мало. И ну, важно это все собрать и сделать это так, знаете, объемно и комплексно, как это сделали ребята. Это очень позитивно. Ну, я рассматриваю эту книгу как документ, то есть, да, ну, увидеть красивые, там, ну, условно говоря, красивые картинки – это одно дело, но то, что видят наши дети, как увидеть эту войну – это совсем другое. Able to see all these disparate voices that are not just Ukrainian but some foreign voices as well. We have traditional mass media photojournalism, but then we have much more conceptual documentary photography. So the two can kind of blend together and create this, I think, a very important document that can denote or help or create a historical presence for the future generations.